Очередной проект у нас на сети BNB. Создал третий аккаунт под третий, скажем так, под третью эту хрень, чтобы приконнектить. Переходим, как обычно, в Explorer, то есть в эту ссылочку. В самом начале открыли новое окно, заходим, вбиваем здесь ссылочку, входим на ихнюю страницу, да, тут сразу у нас включает кнопочка Connect Wallet, мы нажимаем ее, ждем, пока оно натупит. Он предлагает подключить MetaMask или Wallet Connect, это CoinList, мы, скорее всего, мы подключаем наш MetaMask. Выбираем персонажа, за которого мы сразу же заплатим какую-то определенную комиссию за вход, там 0,5, там буквально какие-то копеечки. И сейчас наш персонаж подтвердится, окей. Что у нас здесь есть? У нас есть... Начнем с того, что у нас есть уровень, да, у нас есть протеин, который вносится, у нас баксы, API и так дальше. Что с этим всем делать? И вот этот вот недоразвитый, скажем так, человек без мышц и так дальше. Я вношу сюда сразу 100 баксов, как обычно. То есть это 0,44 на данный момент. Покупаю, сейчас подтверждаю транзакцию. Сейчас оно прогрузится. Я как только зайду в эту игру, я вам постараюсь объяснить, как здесь что выглядит. Окей. То, что у нас протеин юзет, да, это у нас сколько как бы мы денег сюда вкинули. Здесь показывает, сколько мы как бы баксов получаем в день, но там, скажем так, каждый день мы будем получать на наших 100 баксов, грубо говоря, 2%. Если мы будем их выкидывать обратно в протеин, да, то есть добавлять их туда до протеина, то будет это все дело подниматься по уровням, и вы будете все больше и больше и больше получать роя, да. И можно будет дойти до 3%, максимальный уровень 21, то есть каждый 21 уровень можно снимать все баксы, но я потом покажу, скорее всего, тут есть какие-то недочеты, лаги и так дальше, можно будет это все сделать. По поводу игры, 10% идет админом, находится она на смарт-контракте, 10% идет админом сразу после пополнения, и с того, что я видел, 11% идет на рефералку. Немного-много, но тем не менее, из-за вот этого вот... скажем так, из-за системы уровней, да, эта игра будет приводить очень много людей, которые будут реинвестировать. На данный момент ей там каких-то 11 часов, то есть мы как бы залетаем на самом старте и будем смотреть, потому что она есть на дабсайте, а если что-то есть на дабсайте, значит она уже проверена, и просто будем следить, как я вам буду, в принципе, говорить, когда есть смысл туда входить, когда нет смысла туда входить. Опять же таки, сейчас еще покляцаю и, может быть, что-то найду. Чего здесь интересного нету, есть еще кэшбокс, в котором показывается currently IP 730%. 730%, чтобы вы понимали, это в год. То есть это просто, опять таки, маркетинговая штука. Показывает, сколько мы майним в час. То есть там... 37 десятитысячных BNB, сколько мы внесли, сколько у нас в день выходит, то есть фактически возврат должен быть через 50 дней, если не реинвестировать, а сразу выводить каждый день деньги. Ну, будем смотреть, мне игра в принципе нормально, то есть единственный минус, скорее всего, это то, что у нас сразу забирают 22%, но ничего страшного, мы это, скажем так, переживем. Еще сегодня вечер потрачу на то, чтобы придумать какую-то стратегию, чтобы отсюда быстрее вынять бабки и начинать что-то зарабатывать. Рефералку я вам оставлю внизу, хотите заходите, хотите нет, опять же такие риски принимайте на себя, это никакой не финансовый совет. В игру можно начать играть даже там с какого-то $1, что-то в таком формате, но опять же таки вы должны понимать, что $1 на 50 дней, это вы будете получать 2 цента в день, это скорее всего комиссия сожрет больше, чем вы заработаете здесь, потому что комиссия примерно выходит в 10 центов каждый день. Поэтому думайте сами, решайте сами, я же в этот проект вот только что вошел и сразу же записал для вас видос. Дайте свой фидбэк, напишите комментарии, поставьте лайки, что вы думаете по этой пирамиде. И до скорого.